Поехали, ёпта. Поехали, включил запись. Конечно. Нормальняк. Опять пришли упыри ко мне в хату. Тарабаня в дверь. Леопардовые штаны, блядь. This is bad. This is very, very, very bad. Ой, блядь, на суете постоянно. I shouldn't be here. Это наркоман потом. Он же, да, он же на измене, на измене. Now someone, I'm not saying who. Well, anyway, it's not my place to question leadership decisions. Типа, в крови весь какой-то пиздец, блядь. Прыщак. Его ж Тревор пиздит постоянно. And the Lost, and the O'Neills told them all. Where their stuff is. Назад таки отходит. Quick! Ну нахер вообще. Связываться, да? Don't let him kill him. Вали уже как. Чё за херня это была, такие ведь переглядываются такие. Так. Сейчас мы тут, короче, вам поделим. Так, ну как договаривались, Алексею 35, Ивану там 30, да. Алексею сосать мне 80%. Угадал, блядь. Дозорный север, дозорный юг. Север. Так, как там дальше, блядь? Так, я не готов на такую ставку, блядь. Подожди. Сколько вообще? 500 тысяч, да, дается? Где написано это? Не вижу. А, 505. 505 тысяч, да. Давай, давай, 35 мне. А, блядь. А, сучка, блядь. А чё ачивку, блядь? Нахуй она тебе нужна, блядь? Да просто, хочется. Давайте, соглашайтесь, хули вы сидите? Всё, всех всё устраивает. Всё, поехали, да. О, какая прелесть, так, блядь. Ха-ха! Ништяк. Breaking Bad. Ой, черный нихуя. Вообще ништяк. У меня желтый, наверное, покруче. Че, все нормально, все готовы, все. Да. Ой, команда упыри, блин. Упырь по внатуре, упыри, пиздец. Нормально, чё ты мозги деваешь, ну-ка, где моя маленькая машинка? Садись ко мне, подожди, садись да, ко мне. Да на... не хочу я своей поеду. Жаба ебаная. 2 километра еду. Моя использование классная машина. Ай-вай-вай-вай. Бля, чё лагает так, пиздец? Мне ничего не лагает. Знаете, что подлагивает это? Как вот дёргается. У меня вчера вообще сильно лагало, сейчас вообще нормально. Может перезагрузить тебе комп, да? Да нет, перезагружал. Очень, очень вовремя. Блядь. Что делать хоть, Ваня? Рассказывай. Зачем? Посмотрите. Ой, сука, говно, блядь. Что ты как козел себя несешь, блядь? Надо обычно стрелять, короче, нам. Так, что-то тут сейчас ебать фургоны, наверное, какие-то забирать. Нас хотят наркоту спиздить. Бог твою мать. У нас хотят. О, Тревор, ёб твою мать. Тревора не задавите, блядь. Постараюсь. А я чуть. О, а, чё-то я не туда поехал. Блин, с другой стороны нельзя зайти. Так, а тут... А чё нужно вообще? В грузовике садиться, да? Обороняться сейчас. Да, а, сейчас обороняться надо будет? Да. Эхо, я.
Все, я занял. Что вы делаете? Так, с этого края я могу один постоять. Подожди, а почему это самое? То, вот желтая точка-то есть. Смотрите все, значит, у нее. Ну, чё дальше? Блядь, у меня не считает, да? Удерживайте, а, просто, короче, удерживайте. Да я хочу им помочь. Не надо нам нахуй помогать, ничего, Иван, охуевший. В смысле, я тут пулемет сел? Ну, блядь, ебитесь там сами нахуй, на самом деле. О, Тревор, здорово. Да, Тревор за нас, ебать. Пока норм. Да, ну да, ништяк. Вы там справитесь? А, конечно. Ну, они справятся там. Она горит, убегай. А Тревор там и там. Ох вы ублюдки. Алексей, базука на твою машину наводится. Не-не, не надо, блядь, ты чё, давай машину. Слева. Ай, блядь, ай. Да ну нахуя, ёб твою мать. Оу. Блядь, Данила, ну пиздец, ну нахуя. Блядь, она далеко была, машина, в смысле. Да, блядь, меня волной, в смысле, убило, блядь. Э? Ладно, все, базуку не используем. Ебать, блядь. Куча тачек стоит, ебать, ты куда думаешь? Чем думаешь вообще? Ничем, блядь. Ну, в том-то и дело, нахуй. Опять по хуйне РП, блядь, дали, не по моей вине, блядь. Свиньи ебаные. Да все сейчас нормально будет, короче. Да, понятное, блядь, дело. Так, пиздец. Хоть недалеко ехать. О, его машина этого. Тревора. Да, Тревора. Да вон он, его долбоёб стоит. А ну сейчас, блин, на чём он бежал? А, он тут рядышком, короче. What the fuck? Сука. The more of these guys you kill, the more I'll pay you for the job. Call it a preemptive strike on the competition. Ой, хорош трындить давай уже. Ну, бля, сейчас опять Данила гранатомет достанет и ебашит. Я достал. Сейчас можешь доставать, блядь. Сейчас машин нету никакой. Я достал. Ну я сдалека только, честное слово. Смотри, блядь. Ну здесь машин теперь нет, и уже нормально все будет. О, верно, да. Охуенно. Эпик. Так вот надо, короче. Эпик начался. Надеюсь, вы не забыли забыть комбинезоны. Ну, что-то там, типа, сдохните или, блядь, провоняетесь, что-то такое написано. Первый. Ае. Вставай. Пёст. Наводись на машину, блядь. Наводится. Оу, садись! Жизни хуйма. Да, кстати, тоже такая же хуйня. Сейчас надо захилиться, блядь, быстро. Ну,
Ну давай быстрее. Так вот. Так, можем валить отсюда. Толян, прыгай ко мне. Садись. За руль. Куда мне садиться? За, ну, сбоку сел ты? Нет, подожди, это... подожди. Подожди. Еще, там еще один. Хватайте. Их два грузовика, народ. И что делать надо, блядь? Вот спасибо тебе, блядь. Данил, садись в другой. Сейчас я не могу, я под машиной, блядь. Да, задавил, задавил меня, блядь. Все, сел. Поехали вперед, иди. Там толпа будет народа. Чаще. Аккуратненько. Блядь. Раз, чуть-чуть, подожди. Подожди, бля, я застрял. Да, там мотоцикл мешает проехать, короче. Так, подожди, вертушки появились. Как останавливаться? Мою мать. Минус. Так, не могу поднять пушку. О! Поехали. Еще один, еще. Так, кто там на грязи? Ехали, ехали, ехали. Мила, ну что ты там, блядь, выехал или нет? Да, выехал нормально все. Там были небольшие все проблемы. Ебать, как близко это было сейчас. Время идет, смотрите. Нам 6 километров проехать. Нормально все будет. Даже мы слишком далеко уехали. Да, не спеши там, подожди чуть-чуть, блин. Да хера будет всего, да? Давай, дави, дави. На гашеточку. Вон справа, не? Поехали, поехали, поехали. Оу! Бля, давай. Не, ты не того, ебать, убил, нахуй. Того. Не того, он красный. Да, вон красная машина. Красная машина. А, не, нормально все. Кто ты прёшь? Ебать, он орёт, дебил, он, а, он у меня сидит, блядь, ну, да. Он чё орёт, блядь, как дебил, резаный, сука. Это ж Тревор, это нормально. А ну давай, коронную фразу Тревора. Go fuck yourself! Нормально, блядь. Чё ты как-то и народа мало, Данил, ты какую сложность ставил? Сложно, а, вон они, блядь, появились. Сложно остановила и там. Еще мотоцикл. Ох ты, ебать. Так. Нихуя себе. Спечатал мне нахуй. Ой. Смотри, перевернешься. Ебать, ебать, как так, нахуй? Вот ты понял, да? Бля, меня с моста, короче, переебашили просто. А чё ж ты? Всё, буду ждать, блядь, базаром. Проскочишь. Ай-яй-яй, печалечка. Почти приехали, Алексей. Надеюсь, сразу с этих, с грузовиков будем начинать? Скорее всего. Или опять стреляться? Не, с грузовиков. Логично. Хотя. Обстреляться, в принципе, не сложно, так что. Да, да, в принципе, да, хуйня. А, ну да, глянь, мы вдвоем с тобой. Ну, все, ехать уже будем. Ah!
Так, сейчас я пушки буду. Давай, вертуханы пока убивай. Как делаешь вид от первого лица, напоминает, как у дальнобойщики. Это соответствует музычку. Опять близко. Прям на тебя упал, кажется, хвост. Не, ну, бля, если честно, ограбление и не особое. Это сам, ну, не особо сложное. А ну что, просто фургон довезти и все? Да. И конец все, и гора ограбления? Ну да. Как-то не очень. Что-то ограбление легче, чем подготовительные задания. Ну, блин. Гораздо причем. Сейчас встречка будет еще ехать. Орешь, блядь, дебил ебаный, заткнись. Сам с ним ехать захотел. Да похуй, что мне, чувак, а нормально так там. Как ебанутая на всю голову. А за тобой едет какая-то тачка, ебать, да? Кстати, да, что-то там кто-то за мной. А ну давай. Ребятка, вы... тормозите там чуть-чуть. У нас же нет на радаре, просто не показывается. У меня мигало на это самое. У вас нет. Давайте тогда ближе друг к другу держитесь. Да ты езжай вперед, да и все. Так я вперед ехал. Нет, ты дохуя уехал вперед. Ты Данилу вообще видишь на карте или нет? Мы видим его, да. Не, ну сейчас-то видишь, понятно. Нет, ну сейчас ты там видишь, там будет. Может, мы не будем видеть просто, и все. Сейчас эти байкеры попрут. Вот-вот-вот, впереди. Вот меня байкеры, блядь, на мосту сейчас будет пидор, он меня, ебать, вынес, гандон. Так, мост, на мосту. Может, на мост заедет? Вот, возле указателя зелёного. А нам вправо надо идти. Вправо указатель. Указатель вправо. Да прямо указатель у меня. Но нам всё равно надо было всех на мосту убить. Блядь, ну пиздец, блядь. О-о-о-о, так, слышу. Тормози, давай, возвращайся к ним. Или подожди, пусть проедут. Ай, ну садить-то не надо. Оу! Так и дай. Блять! Ссаные байкеры! На тебе, тварь! Чё на? Так, слишком разделились. О-о-о. Данила, притормози чуть. Окей. Впереди байконос только. Все, давай, езжай. Оу! Чё такое? Пристрелили меня. Ты от тачки от этой, блядь, не надо отъезжать далеко. Тем более, как раз их дохуища там было. 47 убийств. Реально. Чересчур дохуище. Надо это, было прямо просто ехать, халят. Да, да, да. Скоро сдержали бы. Ты думал, как-то направо-то надо поворачивать или что-то там остановить? Прямо там, нет, нет, там прямо, прямо. Там ЧПСник тупит. Чё, ща пройдём, короче, нормально. Ну, блядь, это не мы будем, если, блядь, не зафейлим раз 10, нахуй. Ну, бьё. Нубье, блядь, собралось. Новое нубье России. А еще ограбление есть вообще? Одно. А, там где на мотоциклах надо уезжать.
Бля, вот пока поднялся, уже фургон нахуй покоцан. А, у меня целенький. Постой тут. Твою мать. Просто орёт. А вам тоже слышно, как он орёт? Конечно. Да. Ебанутый, сука. Вот главное, блядь, а хули он не стреляет, блядь? Тоже гандон, блядь, сидит просто так, нахуй. Чему лень? Это что, не царское это дело, стрелять? Ебать! Нихуя! Нормально, да, бахнуло? Бомбануло, ништяк. Бля, только передо мной может вызревать, блядь, а то надо. Опа, я убил кого-то. Это хорошо. Так, они, смотри, отстают. Ну чё мы не отстаём, сы? Сам ты отсталый. Сказал самый последний. Отстали, тварь. Кто понял, жизнь тот не спешит. Нихуя, долго думал, кстати. Нормально. Ну, я не спешил, чё-то всё. Всё правильно. Все по фэншую. По фэншую? Да. Давай, равняйся. А там вино? Блять. О, ебо, есть, нахуй. Контакт, блядь. Ебать, у меня половина фургона уже, блядь, жизни нету. А чё ж ты, блядь? Я не знаю, откуда вообще. Чё там ругается, блядь? О, сзади. Спереди тоже. Блядь, сзади тоже. Ого, он подлетел. Кто там встал? Ебать! Ох, мать едем, твоя. Едем, избавляем скорость. Всё, едем. А, тварь. Он упал. Его не убил. Ай, ну и ладно. С моста, блин. Ох, ёп! Чё это было? Я немного пострелял. Во-во-во-во-во-во! Чё это было? Лолошка, блядь. Ой-ой-ой. На-на. Так, кило 41. Тихо, по мне, нахуя стрелять? Ты подрезал нас. Поэтому стрелять надо. Алексей, хватит сбивать людей. Да блять, я жду, пока типы наши доедут. Спереди, да? Это они? Да нет, это безобидные, заёбывай. Там бы... Бля, у меня уже опыт зубит. Воу! Блять, ну и хуль ты стал? Ну он остановился же. Данил, чё ты там? Да я, всё нормально, чуть не перевернулся. Поехали, уже всё. Тишина. Давай потерпи, блядь, да, там со звонками, со всей хуйней. Какой сейчас звон? Пройдем, блядь, какими будешь... звонками? А говорю, все, прошли. Говорю, чуть не перевернулся, говорю. А. Ну и чей фургон целее получился? Я не знаю, почему мой приметиков.
Фургон, блядь, у вас что, фургон, нахуй? Почти. Ага, блядь, почти. Ещё ролик такой ржачный будет. Не провалитесь только туда. Не следите. Я могу. Лучше отъехать. Симулятор дальнобойщика. Friends, nice one on TPI. On our way, we are on our way. Oh, thank you, people. Thank you. Great work, really great. Here is what I promised you. A little advance from my earnings. You gotta speculate to accumulate. Now we've done the speculation. Какой-то маленький пакетик. Soon we'll do the accumulation. Very soon, all right? Now let's get the hell out of here, all right? Проверьте, потому что там мусор лежит. Thank you. Thank you all very much. Hey, be cool now, buddy. Просто вынести мусор, когда мы уйдем. We'll buy superficial crap and superficial people. Who are you? I'm Impotent Rage. You can't be Impotent Rage, because I'm Impotent Rage. Yes, buddy. I will deal with you later. Hey, hey, hey! А это кто такой? Brother. Yo, it's Phil. It's good to meet you finally. Hey. Trevor. Hey. Ain't it? Are we gonna do this or are we gonna have a circle jerk or both? Сейчас он его вырубит, мне кажется. Want, got the drugs? Yeah. If you came for what you ordered. Yeah, I have them. Good. Can I see? Can I see? Ага. О, все. Yeah. Got it. О, денежки. All right. So, Trevor. There is the money. Hand me the cocaine first. What? The cocaine you are selling me. Excuse me? Are you selling me cocaine, Mr. Phillips? Why do you keep saying that? Подстава, короче. That you know my name. Fuck you, narc! You are under arrest for... Nana! Вы там нервный, блин. Бля, надо было денежку захватить с собой. Ну, кстати, да, было бы. А, чемодан... попали в мои деньги. А, ну да, по-любому там. Так и чё, ебать, мы привезли кучу кокаина, блядь, и сейчас и копы, да, заберут его? Ну, деньги-то у нас, какая разница. Ну да, он душ, справились. О, во имя науки открыто. О. Да, у меня тоже. А у меня на четверых. А чё у меня бронза? Потому что ты лошара! И во имя науки, отлично. 26-250. Элитная стая не выполнена, охуенно. Без перезапуска быстрых. Бонус за первый раз, общий денежный доход 200 косарь. 100 косарь, да, еще дополнительно. Еще нормально. Чё, ништяк. Поздравляю с прохождением очередного ограбления. Пальцы вверх ставим, уважаемые подписчики канала. За нашу победу, блять.